Общество с ограниченной ответственностью «Чистоград» начало свою деятельность в Солнечногорском районе в 2004 году. С того времени на улицах стали появляться новые мусорные контейнеры и современные детские площадки. «Чистоград» занимается уборкой территорий северо-западной части Солнечногорска, микрорайона Рекинцо, частного сектора и сельских округов. Одних только бытовых и промышленных отходов фирма ежедневно вывозит 200 кубических метров. Работы добавляют и недобросовестные жители. Люди вообще неблагодарные. Труд уборщицы, дворника, это считается самой ненужной, никчемной. Вот. И причем ставят мешки, я удивляюсь, помойка чистая, у нас регулярно это вывозят. Мешки ставят, но трудно поднять и бросить ящик. Нет, надо... Рядом, а собаки разодрали. «Чистоград» использует современную спецтехнику. Каждая такая машина способна вывозить за один раз до 35 кубометров мусора. В ближайшее время фирма начнет применять мини-прессы для обработки мусора. В результате этого сократятся затраты на перевозку бытовых и промышленных отходов. В перспективах развития «Чистограда» работа по перегрузке и сортировке мусора в рамках губернаторской программы Московской области. В ближайшее время откроется в Солнечногорском районе две станции перегруза, которые позволят значительно сократить объемы утилизируемого мусора на Хметьевском полигоне. Пересортировка мусора позволит из этого мусора выделить большое количество вторичного сырья. За чистотой центральной части Солнечногорска, микрорайона ЦМИС, поселков Поварово и Ложки следят работники муниципального предприятия благоустройства Солнечногорск. Раньше оно входило в структуру Солнечногорского городского хозяйства, а с 2002 года стало самостоятельным. Благоустройство Солнечногорск имеет цех санитарной очистки, занимающийся вывозом бытового мусора из муниципального жилого фонда. По согласованию с главой района, значит, принято решение, что основной акцент мы сейчас делаем как раз именно на дворовой территории, это на благоустройство, это на озеленение, на устройство клумб и на квартальной территории. В том году была проведена колоссальная работа по асфальтировке территории внутриквартальных. Благоустройство Солнечногорск выращивает в своей теплице рассаду, которая затем превращается в цветы на городских улицах. Прошлой осенью только на Советской площади благоустроители высадили более 60 тысяч тюльпанов, гиацинтов, нарциссов и крокусов. На 2006 год предприятие планирует разбить 20 новых клумб в северо-западной части города, микрорайонах Рекинцо и ЦМИС. Кроме этого, отдельно цветами будет украшена улица Рабочая. Там есть такой красивый склон, а рядом детская площадка. Вот мы там будем делать такую клумбу красивую, яркую, радуга и солнце. А с другой стороны тоже там склон, мы будем из цветов все, мы любим наш город. Благоустройство Солнечногорск вместе с Солнечногорским городским хозяйством уже не первый год ведет активную работу по установке скамеек, детских площадок и урн. Последних предприятие обещает установить в этом году 500 штук. Они появятся практически около каждого подъезда. В этом году у нас увеличился бюджет в 2,5 раза. Это огромное спасибо, значит, совету депутатов и непосредственно главе района, что мы, скажем так, озвучили свои проблемы, проблематику нашего предприятия, что пошли с пониманием. А проблемы у предприятия сегодня со спецтехникой. Большая ее часть изношена. Это приводит к перерасходу запчастей. Приобретать новые машины благоустройство может только по лизинговым договорам. Сегодня организация подумывает о приобретении чудо-машины-пылесоса, которая и чистит, и убирает, и моет одновременно. Недавно качество своей работы она продемонстрировала на Советской площади. Благоустроители остались довольны.